Это всем привет, вы на канале Вэл, и сегодня мы будем играть становимся взрослыми в Роблоксе. Смотрите, что нас встречает в этой игре. Какие-то человечки. Всякие тут штучки у них интересные. Мне сейчас говорят, куда-то идти. Стрелочка какая-то мне говорит. Интересно. Вот мы идем сюда. Ой, у меня такой баскетбольный мячик. Круто, я его бросил. Эй, стойте, я мячик поберу сначала. Так. Куда тут надо? Вот, мне говорят, около дома стать. Интересно, интересно. Вот тут вот. Теперь... Вроде кинуть туда мячик. Надо кинуть. Есть! Мы кинули туда мячик, ребята! Молодцы! Надо продолжать в том же духе. Так. У нас стрелочка есть. Вот мы сюда вернулись. Опять надо кидать. Мимо. Вот тут. Цель надо что-то сделать, так чтобы позастрелить его вроде. Так. Куда надо целиться? Есть! Теперь мне говорят, куда-то идти опять. К какому-то опять домику. Ого, как я теперь нормально быстренько бегаю. Интересно, кстати. Скорее бы посмотреть, что будет дальше. Ну вот. Магазин. Заходим. Мне говорят, опять идти сюда. Вода. Надо выпить воды. Отлично. Стрелочка говорит, иди сюда. Теперь иди сюда. Вот. Все. У нас водичку выпили. Теперь нам говорят, куда-то опять идти. Опа-на! Ничего себе! Динозаврина. Опа, сюда. Теперь у меня два подарочка. Этот. О, у меня котенок. Круто, у меня теперь котенок свой. Теперь мне надо вот зайти сюда, прыгать на батуте. Ого, ничего себе. Обычно так батуты никогда не прыгают. А я на дом залез. Ладно. Теперь куда мне надо? Теперь мы с котенком направляемся, не знаю куда. Котенок все еще со мной. Пока я не понимаю, как это немножечко странная игра, кстати. Тут-тут. Котеночек, тут динозаврина какая-то. Тут машина какая-то. Ну, что-то такая реально странно. То водичку мне дарят, то мячик. Не знаю. Куда мне надо идти? Вроде мне надо обойти дом. Или нет? Ладно, тут стрелочки вроде не показано. Ну вот, куда-то надо зайти сейчас. О, вот сюда. Класс 27. 36. Ура. Теперь мне надо выходить. Куда мне надо? Вроде опять в дом идти надо. Выпьем немножечко водички. Нет, водичка у меня уже закончилась. О, нет, все не закончилось. Куда мне идти-то? Сюда? У меня новый день рождения, новый праздник и веселье. Что мне взять? Мне надо взять самокат. Или что это? А, это у нас велосипед. Мне стрелочка говорит ехать вот сюда, на прогулку. Ой, у них там уже машины. Вот ничего, так, немножечко не смущает, у них там... Уже такие тачки.
Я еще на велосипеде. Понятно, мне говорят остановиться здесь. Все. Теперь мне говорят там проехать. Ладно, будем что, ехать по стрелкам тогда. Так. Мой котенок бедный отстал, кажется. Куда мне дальше? Отсюда вроде. Куда я вообще еду? Я не понимаю все равно. Вроде куда-то в экстрим парк, наверное. Не знаю. Мне говорят, вот сюда вот пройти. Интересно. Хорошо, мне говорят опять идти куда-то в экстрим парк. Вот вроде куда. Вот сюда. Теперь куда надо? Опять куда-то надо идти. Возьмем водички, попьем немножко. О, мы уже стали достаточно таким взрослым. Хо. Ребята, смотрите, мы достаточно такой интересно стали взрослым. Эта игра уже такая очень интересная. Вот лед прямо. И у меня опять день рождения. Ой, у меня теперь такая горгулья. Надо опять попрыгать. Ой, из горгулии. Не знаю. Ну, тут горгулии любят, наверное, прыгать. И у меня шарики. Пока что я прыгаю просто без шариков. Потому что шарики мне пока не нужны. Все. Хорошо, мне вроде говорят уже бежать в другое место. А вот и все большаки, старшаки. Куда мне надо? Сюда. Теперь куда? Сюда. А теперь что? Сюда. Ну а теперь... А все еще стоять, наверное, надо. А теперь у меня сразу котенок и бумеранг теперь. Теперь мне надо выбегать. Мне интересно. Теперь я буду что, с бумерангом тут бегать? Ох! Где моя звездочка? А его тут надо ловить еще. Бумеранг! Это мой бумеранг. Давай. Так. Ну, не знаю. Тут у меня еще стрелочки нету. Надо еще его покрутить. А куда мой бумеранг-то улетел? Бумеранг. Вот мой бумеранг. Стрелочки еще нету, куда идти. Тут у моего бумеранга не знаю. Надо его, наверное, вверх подбрасывать. Что я подбрасывала, куда попала. Бумеранг, я тут. Все. Опять стрелочки нету. Может, туда его кинуть? Тут мне говорят по-английски что-то. А там у него... Что такое? Вот у меня бумеранг опять вернулся. Еще надо опять бумеранг крутить. Ну, я не знаю. О, все. Теперь мне говорят опять в дом идти. Ладно. Я иду. О. Опять старшики. Что это там? О, наконец-то скейтборд. Круто. Куда мне ехать-то? Опля. На скейтборде вообще-то, ребята, так классно. Вот если не считать этого. Надо по правилам дорожного движения ездить, кажется. Не знаю, ну, я даже не умею на нем ездить. Неудобно как-то.
Не умеешь ездить, а у тебя бацы в видеоигре. Куда мне? Ой. Пока что интересно. Ну-ка, ну-ка. Что это такое? Ты чё? Сюда надо. Теперь. Да. Выйти из этого кружка. Опля! Это надо. Вот и сказано наверх ехать. Наверное. Заедем, заедем. Нет, для нашего невозможно заехать. Пока что вот на этом потренируемся. Опля. Ну, на большой нам надо залезть. Только вот как? Я еще даже не понимаю, как надо на большие залезать. Ну что, вот так вот? Хопля. И разгоняемся. Есть! Мы забрались. Теперь мне надо ехать прямо. Уи! Как круто мы заехали. Так, теперь мне надо вроде спускаться. Опля. Куда дальше? Тут вроде ничего нету. Сюда надо? Ого! Ого! Эй, ты куда? Ты куда, мой любимый скейт? Эй, ты куда за меня забрался? Вроде теперь мне надо вот сюда. Так интересно вообще-то. То сюда залезаешь, то сюда. Опля, теперь вот сюда. Ой. Теперь еще вот сюда надо ехать. Далеко же ты меня, стрелочка, загнала в экстрим-парке. Тут уже непонятно, куда ехать. Столько всякого. Опля. Говорят, мне опять сюда надо. Наверх куда-то. Теперь мне надо опять наверх. Сюда куда-то. Понятно. Мой скейтборд. Будем ехать по правилам, значит. Только вот. Я теперь даже не помню, как домой возвращаться. Экстрим-парк меня очень далеко завел. Экстрим-парк, ты что, хочешь, чтобы я скатился? Ладно, я скачусь. Ради тебя, Экстрим-парк. Все ради тебя. Если это выполнится мое задание. Ну, вроде мне уже говорят уезжать из экстрим-парка. Вот так весело. И польза была. И я покатался. Ладно, пока экстрим-парк. Погулял немного и хватит. Теперь мне домой надо. Опля! А то я тут в экстрим-парке заждался. У меня день рождения сейчас будет. Я уже стал выше. Гораздо выше. Только вот где мой котенок? Пока что его нет. Ладно, мы пока тут разруливаем по улицам нашего города. Гуляем тут на скейтборде. Эх, скорее бы мне подарили динозавра, как тому мальчику. Интересно. Ладно, надо уже ехать. А то я на день рождения опоздаю. Все. Мне надо на день рождения скейтборд. Ничего нету. Ну, вроде сюда сказано идти. Только никакого дня рождения нету. Мне куда-то в другую сторону надо идти. Ура, у меня праздник. О, у меня рогатка.
И еще один праздник должен был быть. Ладно, рогатка. Нам сейчас дана рогаточка. Сейчас мы должны вот сюда пройти со своей рогаткой. А, вот сюда. А вот сюда теперь рогаточка. Ну и куда что мне делать? Хм. Теперь сюда, наверное. Опять сюда. Теперь сюда, 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 сюда. Я не понимаю, короче. А, тут надо в эту в рюмочки попасть. Опля. Наверное. Опля, баллончик, баллончик. Эх, не получается. А теперь мне надо опять куда-то идти за стрелочкой. Идти сюда. Так. Сказано идти сюда. Хм. Сказано идти туда. Ладно, пойдем. Водички надо попить только. Водички мы вроде попили. Интересно. Это еще интереснее. Опа. Интересно. Тут надо кормить животных. Круто. Надо кормить животных. Так, теперь мне надо, сказано, идти вот туда, наверное. Как я уже понял, потому что так и сказано. Вот прямо он водички пьет, и мне тоже хочется водички попить. Еще бегает к тому же круто теперь. Идти домой, идти домой. Куда мне идти надо? Сюда. А, все, ванночку принимать, наверное. Или что мне там надо сделать-то? А, это что-то, надо в ванну залезть, да-да-да-да-да, надо в ванну нажать. Все, мы покупались. Теперь надо... О, опять на день рождения, мы же уже такие взрослые. Так, что у нас... На улице теперь ждет. Вот сюда надо идти. Ну, пойдем. Куда мне опять надо идти? Я не понял. То туда надо идти, то сюда. Я просто измучился как-то. Это мне понравилась эта игра в Роблоксе, как надо расти. Всем спасибо за просмотр. Ставьте мне лайки. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Лев.